Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Валентина, вы на канале Remax Селенго. Сегодня на обзоре у нас уютный дуплекс 3+1 в комплексе Оба Портакал, который находится в шикарном местоположении, комфортном для вашего уютного проживания. Комплекс состоит из 5 блоков и 100 квартир. Ну что, посмотрим детали? Планировка дуплекса 3+1, площадь 280 квадратных метров. В данном дуплексе в каждой комнате имеется свой собственный санузел. Также на первом этаже есть гостевой санузел. На самом деле, друзья, этот дуплекс, когда я в него зашла, я просто в восторге от него. Сейчас я вам все детально покажу. То есть на первом этаже, когда мы заходим с вами, слева от меня расположился гостевой санузел. Далее вы здесь наблюдаете обеденную зону. Вот такой большой стол. Далее мы с вами проходим уже в гостевую зону. И вы только посмотрите, какие открываются здесь виды. Здесь панорамный вид на горы. Вот это сочетание зелени, оно просто, ну это невероятная красота. И эта зелень открывается абсолютно со всех балконов. Дальше у нас идет с вами кухня. То есть американская кухня, совмещенная с гостиной комнатой. Здесь уже все есть на кухне: посудомоечная машина, духовка, варочная панель, вытяжка, холодильник. Все, что вы видите на видео, все остается. За исключением, собственник только заберет свои личные вещи. Ну, личные вещи, сами понимаете, что это такое. Дальше у нас с вами расположился такой небольшой остров. Остров здесь очень хорош тем, что здесь есть место для хранения. Ну и, соответственно, если, например, просто позавтракать, перед работой есть место, не обязательно идти открывать большой стол, есть место для такого перекуса, скажем так. Далее гостевая зона, здесь у нас диван, кресло, телевизор. Вся мебель, которую вы здесь видите, ей максимум 2 года, то есть мебель вся новая. Собственник, когда купил эту квартиру, он всю мебель обновил. И отсюда мы с первого этажа выходим на небольшой балкон. Ну, как сказать, небольшой, он достаточно просторный. Вы видите, что здесь объемный стол, 4 стула и достаточно еще места, чтобы ходить. Из этого балкона вы также видите, какой вид. И здесь аромат вот этих сосновых деревьев. Здесь в основном в округе сосновые деревья и апельсиновые сады. Очень невероятно вкусный аромат, прям завораживает. Ну, в принципе, на первом этаже у нас все. И дальше мы с вами проходим по лестнице на второй этаж. Итак, дорогие друзья, мы поднялись с вами на второй этаж. На втором этаже у нас расположились 3 комнаты. Каждый отдельно находится. Давайте начнем с первой спальной комнаты. И первое, что хочу вам заметить, я вам уже сказала, что в каждой комнате имеется свой собственный санузел. То есть это достаточно, ну, обязательная вещь, которая дает намного больше комфорта. Дальше мы с вами наблюдаем, в этой комнате имеется большая двухспальная кровать, есть место для отдыха, то есть 2 кресла, небольшой столик обеденный. Также здесь уже достаточно большой шкаф, глубокий, и свой кондиционер. С каждой комнаты есть выход на террасу, но террасу я вам покажу в самом конце видео, потому что терраса заслуживает отдельного внимания. Пойдемте в следующую комнату. Вторая спальная комната, она больше похожа, скорее всего, как комната-кабинет. Но даже здесь имеется свой собственный санузел. Здесь у нас также большая двухспальная кровать. Есть шкаф для одежды, есть кондиционер. 2 больших компьютера, компьютер-телевизор, но, скорее всего, собственник это заберет. С этой комнаты есть аж 2 выхода на террасу. Санузел у нас располагается вот здесь, это собственный санузел. Ну, в принципе, тоже достаточно просторно. Здесь спальные комнаты прям такие объемные. То есть при желании, если вы захотите как-то что-то сделать, перестановку, есть место для фантазии. Здесь, например, вот где шкаф стоит, здесь вообще можно сделать встроенный шкаф прям внутрь стенки, потому что здесь ниша.
достаточно хорошая. Пойдемте в третью комнату. И вот она, третья комната, то есть это не спальня, здесь собственник сделал как гостевую комнату на втором этаже. Здесь имеется хороший диван, кресло, также телевизор имеется, звуковая система. Мне очень нравится, что собственник сделал везде люстры, вот эти ленточные люстры, то есть они не сильно бросаются в глаза, но достаточно приятно смотреть. На втором этаже также имеется небольшая кухонная зона. При желании, если вы захотите сделать барбекю или просто попить чай, кофе на втором этаже, не обязательно спускаться вниз. Также здесь имеется свой собственный санузел. Санузлы здесь большие, просторные. То есть при желании, если вы захотите, например, что-то поменять или куда-то поставить ванну или джакузи, есть место. Так, ребят, ну что, вы готовы? Сейчас я вам покажу самую главную фишку в данной квартире. То есть мы с вами вот прошлись, достаточно объемная квартира, скажите. Ну прям просторная, здесь очень много места. И действительно 280 квадратных метров здесь есть. По мне даже больше. Ну что, пойдемте на террасу. Как вы думаете, это начало? Это только начало. Посмотрите, даже здесь сколько места. Ну что, пойдем дальше? Посмотрите на эти горы. С каждой стороны у вас здесь вид на горы, вид на море. Даже крепость Алании вы здесь видите. И посмотрите, здесь просто... Я не знаю, здесь это еще одна квартира. Здесь выход с одной комнаты, там выход с другой комнаты. Посмотрите на эту красоту. Это же нереальная красота. Это зелень. Я так люблю, когда видно горы, видно зелень и абсолютная тишина. Что самое главное, вас здесь никто не видит. Это абсолютная тишина, абсолютное спокойствие. Если захотите, вы можете этот балкон вообще закрыть. Застеклить, либо сделать маркизу. Здесь можете установить джакузи, можете установить бассейн, можете сделать барбекю зону, все что угодно. Вы можете сделать еще 5 комнат здесь. На самом деле, как минимум 5 комнат. Смотрите на эти просторы. То есть терраса на самом деле очень большая. И когда в эту квартиру я зашла, посмотрите даже, что здесь есть. На террасе есть душ. То есть, понимаете, вот место, допустим, даже здесь. Вы здесь поставили бассейн, у вас здесь есть душ, места для лежаков очень много. И ощущение того, что вы находитесь именно в квартире, даже в квартире дуплекс, нету. Здесь ощущение, что вы как будто находитесь на вилле. У вас очень большой участок свой. Хочется, прям так хочется сказать, участок земли, но это участок террасы. Но здесь при желании можно сделать все, что угодно. Даже небольшой сад-огород можно сделать. Вы можете посадить здесь деревья, можете посадить здесь, есть же такие, знаете, грядки, поставить грядки, выращивать клубнику, помидоры, огурцы, я не знаю, что угодно. То есть здесь очень и очень большое просторное место. Есть место для фантазии. И как я вам сказала, с каждой комнаты, абсолютно с каждой комнаты, есть выход на эту прекрасную террасу. Ну как вам, ребят, скажите, пожалуйста, поделитесь своим мнением в комментариях, мне будет очень приятно. А когда вы узнаете, какая здесь цена, вы вообще обалдеете. Итак, дорогие друзья, первое, конечно, что хочу сказать, это про цену. То есть мы с вами увидели шикарную квартиру, большую, просторную, терраса какая большая, скажите, но это невероятная площадь. Стоимость данной квартиры 148 500 евро. Вы представляете, 148 500 евро, 280 квадратов. Это шикарное предложение, тем более с такими видами, с такой площадью. То есть, ну, прямо это, я могу сказать, что это как бесплатно отдается квартира. На самом деле сейчас по самым низким ценам самое время покупать недвижимость в Турции, в Алании. У нас самые правильные и лучшие цены. Айдат это содержание и обслуживание данного комплекса всего 800 лир. То есть в данное время, в принципе, в комплексе примерно такого плана
Это будет минимум 1500, здесь 800 лир. При этом здесь имеется бассейн, камелия, зона барбекю, фитнес. То есть достаточно много инфраструктуры. Вы не берете чисто просто вот, обычный дом без инфраструктуры. Здесь все есть для вашей повседневной комфортной жизни. Ну и, соответственно, как я вам уже сказала, квартира продается с мебелью и техникой. То есть по факту вам необходимо будет взять только свои чемоданы, вещи свои личные и приехать сюда заселяться. Дорогие друзья, не упустите возможность стать счастливым обладателем данной шикарной квартиры. Это предложение действительно уникальное. Данная квартира у нас по эксклюзивному договору, поэтому самую правильную цену вы можете найти только у нас. Не забывайте подписывайтесь на наши каналы. Я жду вас в солнечной Алании. До скорой встречи!